Решили подняться в этот храм, который чуть выше базового лагеря у Курово-Кавказа. Также стандартно мы видим столб. Это солнечные часы раньше были. И внутри там должна быть пещера реализованного святого прошлого. Также на входе всякие фрески, молитвенные большие барабаны, очень интересные двери, мощные, монолитные, с символом геометрии, бордо, предсмертное состояние. И вот так вот он внутри выглядит. Тут тибетцы, ой, как интересно, с ребеночком за спиной. Падмасабхава, да, это значит его пещера тут. И вот там вот пещера, где обычно можно помедитировать. Вот сейчас тут тибетцы свои ритуалы выполняют. И вот в храме еще есть тайный вход, куда у нас Саша полез. Видимо, хочет, очень хочет просветления. А тут с этой стороны, да, молитвенный барабан, где постоянно мантра читается. Огонь очень мягкий, практически не жгет. Собираемся на выход третьей дистанции. Финишная прямая до базового лагеря, откуда, в принципе, кура и начиналась. И тем самым мы замкнем нашу куру вокруг Кайласа. Выдвинулись. Путь финишной прямой начался. Монастырь — наш завершающий точка чекпоинта. Погода отличная, солнце замечательное. Очень красивый вид. Горная река. И остается совсем чуть-чуть. Флажки тибетские через весь перевал. И остается совсем чуть-чуть. И уже за этим перевалом базовый лагерь будет виднеться. На камнях мы постоянно встречаем такие гравировки тибетских молитв. Здесь вот. На. Так, ты ко мне палец, пожалуйста, не откуси. Ой. Тебе не очень нравится, да? Вот смотри, есть еще вот такая. Может, он как-то ему надо поломать? Да, дай ему сам поломать. Ты позови своих друзей, это у меня пирожных очень много. Бундук. А кто это вообще? Бундук. Бундук? Так прям близко подходит, да, не боятся. Вот красавчик. Вот перевал, откуда мы идем к куру. И за перевалом тибетцы собрались, проводят обряд подношения травами в честь завершения куры. Последняя точка, и уже до базового лагеря, точки начала завершения куры вокруг Кайласа, завершается. Рукой подать. Все такие разноцветные шарфики
пяти цветов. На самом деле это символ Бордо, когда в Самадхи мир по пикселям в разноцветные пиксели миров распадается, передается потом, возвращаясь. И в качестве традиции почитаются эти цвета как напоминание дома, куда нужно вернуться. Тут вот интересный знак висит, что в этом месте можно научиться левитации. Вот это виднеется чайный домик, где мы с группой соберемся. И потом уже все вместе в Дарчхелм. Начало и конец скоро. Столько камней расписанных. Их очень много, и они уходят вон туда, туда, туда. Александр Воевода. Непонятно, то ли с Индии, то ли с Гималай, то ли с Тибета, с космоса, да. Как ты? О, какая у тебя тут. Да, это наше. Здорово. Это наше все есть. Ну как ты, как себя чувствуешь? Скоро практически завершена, осталось чуть-чуть. Это состояние перерождения, брат. Это прямо что-то новое. Каждое путешествие, оно несет что-то новое, вскрывает какие-то свои глубинные процессы, пласты. Где-то кармические были скрыты, где-то просто вообще было что-то нереально фантастическое. Была мистика, но об этом можно, наверное, рассказать только при личных встречах где-то. Отлично. Ну, в общем, все по-настоящему. Рекомендую каждому хоть раз. Дыхание помогли? О, кстати, хороший вопрос задал. Я хотел как раз этим поделиться. Именно дыхательные практики, которые мы делали утром и вечером, только благодаря им вывез некоторые очень суровые прямо отрезки маршрута. Я прям почувствовал, что только благодаря практикам, брат, я очень благодарен, что мы вместе прошли этот красивый, непростой, но очень интересный путь. Здорово. Здравия. Как ваши ощущения, как настроение? Настроение отличное, ощущение. На сердце радость, да. Только так здесь и проходит этот путь. Отлично. Как ты? Кора уже практически завершена. Да, я чувствую этот отчаяние благостное. Много осознаний. Природа великолепна. Всем рекомендую приехать. С дымной группой или без дымной группы. Ну, желательно с дымной группой, потому что во время путешествия постоянно еще параллельно практиковали. Вели различные разговоры, сатсанги. Дыхательные практики помогли? За это время я выпил только витамин С. Больше ничего как бы не принимал. Вот. И понравилась адаптация. Адаптация за весь период, плав полномерный. Класс. Кстати, очень рад. Благодарю, дорогой. Вот так вот в Тибете на перевалах в горах выглядят чайные домики, где можно в термос набрать кипятка, чаю, либо заказать тибетско-китайской еды, кто кушает. И тут я заметил, у меня за окном баран на лавочке спит, отдыхает. Вот он вот что-то тут трется, натирается. Все, все радостные. Кура практически завершена. Собираемся с группой. Тут баран все-таки притирается к нам. И завершающая фотография всей группы. Сейчас сфотографируемся. Друзья, завершили мы нашу кору вокруг Кайласа. Впечатление масса. Настроение замечательное. Шлем вам большой сердечный привет с Тибета. Всего вам самого-самого наилучшего.